течение дня. А у нас у русских до 11 пьет, а непредсказуемость всегда ведет к непобедимости. Kojima ste došli ovde danas, kojima nagovještavate istinu i pravdu Božiju, neka vaše stope idu putevima kojima su išli pravednici, mučenici, stradalnici i da vaša riječ arhipastirska uvijek pada na plodno tlo. U znak ljubavi, u znak poštovata i srebra, to vam i ne treba. Ali imamo ono da vam poklonimo što nam je zajedničko, Majka Božija, Sveta Hilandarska Trojeručica, koja neka čuva vas lično, bratski ruski narod, i neka bude Majka Presveta Bogorodica, Hilandarska Trojeručica, spona našega jedinstva, pravoslavlja, nacionalnog bića ruskog i srpskog naroda. Neka živi Vladika Savo na mnogo, mnogo ljeta. Amin, Bože da. Amin.
Привидение, да. И пастыри, дорогие братья и сестры, мы с особым чувством в эти рождественские дни, дорогой владыка Василий, по благословению предстоятелей нашей церкви, прибыли на каноническую территорию вашего Отечества и вашей епархии. Потому что большая часть, как вы сказали, миротворческого контингента наших солдат находится на вашей канонической территории. И мне, как епископу для армии в России, было бы прискорбно, если бы я вас не навестил, как своего собрата, как православного епископа на этой территории. Мы сердечно благодарим вас за эту любовь, с которой вы нас принимаете сегодня. Мы сердечно благодарим вас за тот христианский мирный дух, с которым вы нас встречаете, вы и ваша боголюбивая паства. Мы благодарим и просим вас, владыка, чтобы вы, как епископ этой области, с любовью назирали и нашу российскую паству в лице военнослужащих, которые несут свою постоянную миссию в пребывании здесь, на вашей сердской земле. Я прошу вас об этом, как брата, потому что всякий раз туда не наездишь, это не так близко. Но тем не менее, мне бы очень хотелось, они бы могли проходить на территории, вашей канонической территории, где сейчас находятся наши миротворческие силы. Мы благодарим собратьев-архипастырей, которые также нас с любовью принимают, и которые многих из которых мы знаем по участию в московских духовных школах. Спутники, которые сегодня прибыли со мной, и наш военный хор, который сегодня, по вашему благословению, исполнил здесь несколько божественных песнопений, сердечно и с любовью также вас приветствуют и желают вам помощи Божией. Владыка дорогой, я не буду много говорить, но на память вам о сегодняшнем нашем с вами совместном служении, как епископу Сербской православной церкви, меня как посланника от Русской православной церкви, примите в вот эту панагию Богоматери, со заповедью Каганской Божьей Матери и с надписью «В сегодняшний день на память вам, дорогой владыка, с любовью и со многой признательностью. Исполайте деспота». Спасибо вам, Боже. Многое вам не осталось.